Всем привет! Хочу вам сегодня показать, как можно просто приготовить курицу вкусную с макаронами. Для этого нам потребуется 5 бедрышек, куриное филе с одной грудки, ну и саму косточку от грудки мы тоже будем использовать. Соль, перец, приправу для курицы можно взять универсальную, ну и пачка хороших макарон, ну, желательно итальянских. Так, берем жаропрочную утятницу, в нее добавляем наше мясо, сначала ложим филе на дно, добавляем приправы, чуть-чуть соли. Перца тоже не переборщить, потому что в приправе как бы это все дело есть. Дальше выкладываем бедрышки. Опять все это дело посыпаем приправой. Соль, перец. Все это дело закрываем сверху крышкой и ставим в предварительно разогретую духовку при температуре 180 градусов. Ну, на полтора часа вообще самое нормальное будет. Может быть, у вас духовка немножко другая, придется меньше готовить. Это как бы нужно посмотреть. Я буду готовить на духовке фирмы Indesit. Ну все, наша курица приготовилась. И пока она доходила, стояла в духовке, за это время мы отварили макароны. Ну и, в общем, сейчас курицу прям полностью с соком добавляем в кастрюлю с макаронами. И далее все это перемешиваем. Ну и наше такое простое блюдо готово. Ну и вот такое блюдо у нас получилось. По сути дела, это апгрейд макаронов по-флотски, но только немножко по-другому. В духе 2015-2016 года. Вкусно, очень вкусно.